Смотрим, тем больше прошлым дорожим, и в старом красоту находим, хоть новому принадлежим. Участники и гости нашей столицы. Мы рады приветствовать вас на торжественном открытии 5-й региональной выставки-ярмарки «Мир Арктики». Республика Саха-Якутия – многонациональная республика. По итогам последней переписи населения в ней проживает 135 представителей разных национальностей. И, конечно же, среди них коренные малочисленные народы Севера, которые обладают уникальной, неповторимой культурой, традициями и обычаями. Для подобной ассоциации всех вас сердечно отправляю с сегодняшним большим мероприятием. Мероприятие сегодняшнее, и те, которые были вчера, еще будут и завтра, это действительно это наше общее дело, это наша любовь, это наша верность, и это наша гордость. Это Республика Саха-Якутия и коренные малочисленные народы Севера, которые гордятся своей Арктикой. Арктика, по сути дела, касается напрямую и нашей большой родины Российской Федерации. Тоже как ни крути, традиционно жили, живут, и еще будут жить тысячу лет те, кто занимается традиционным хозяйством, огромными промыслами, и создают ту красоту, которая украшает эту землю. А все это создается талантом, умом, трудолюбием всех, кто живет на этой прекрасной земле. Красота спасет мир. Мир Арктики, который мы очень-очень любим. С праздником, друзья! Позвольте от имени Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия поздравить вас с этим событием. Сегодня действительно во всей республике наступила весна, начинаются праздники оленеводов, праздники коренных народов Севера. И все мы счастливы встречаться. Вот уже вспоминали о больших мероприятиях, которые прошли в Белингринском районе, в Оленёвском районе. Сказать, что вот выставка наших мастериц всегда занимает особое место. Почему мы так говорим, почему мы так стараемся поддержать каждым разом? Это же не просто одежда. Не просто она практичная, удобная, красивая. Это отражение нашего внутреннего мира, наших народов, отражение наших обычаев, традиций и бережное сохранение нашей истории. Вас поздравляю с открытием межрегиональной выставки. Эта выставка должна быть очень обширная, да, чтобы она привлекала много самонародов. Да. И, конечно, мы будем выявлять самых лучших наших мастериц, которые будут развиваться. И, конечно, год труда. Да, год труда мы, значит, будем обращать внимание, что мастер, который имеет, значит, своих учеников, своих последователей, это будет, значит, поощряться. Так что всем желаю здоровья, успеха, благополучия в семьях. Спасибо. Вот я просто благодарю наших девушек, наших женщин, и очень прошу вас передавать свое мастерство нашему молодому поколению, потому что оно воспитывает очень многие функциональные особенности человеческого организма и приспосабленные именно к тем условиям, в которых этот народ родился. Она.
Thank you.